Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, з вами авторська програма «Своя колія». Ми не будемо говорити з вами про політику, як вам жити, як вам дихати. Ми будемо з вами говорити про людей, які пишуть власну історію життя. І це заслуговує на велику повагу до них. І сьогодні в мене гість моєї студії саме така людина. Зустрічайте. Кобило Вадим Анатолійович – український державний діяч. Обіймав посади заступника голови ДПА, заступника міністрів вугільної промисловості, фінансів, першого заступника міністрів палива та енергетики, економічного розвитку і торгівлі України. Голова правління НАК «Нафтогаз України» у 2000-2002 роках. Президент Федерації мотоциклетного спорту України. Вітаю вас, доброго вам здоров'я. Радий, що ви завітали до мене сьогодні. Багато в мене питань, але ми ж то будемо якось так, знаєте, коротко скажемо. Я завжди дивуюся, ну от знаючи вас дуже багато років, да, і згадав, що ви починали свій шлях такий серйозний, як кажуть, для вас важливий і участковий гірничий. Взагалі, ви пішли туди, тому що хотіли якось бути по цьому фаху, працювати, бути там. Як ви так от, знаєте, на це погодились, на цю професію, да? На цю таку нелегку працю? І були економістом, і начальником шахти, да? Ну от як у вас це пішло? Це родинне? Ну, участковий гірничий, це, мабуть, не зовсім вірно. Участковий гірничий нормувальник я працював. Починав з гірничого майстра. Родився, сьогодні це город Кадіївка. Тоді теж був Кадіївка, потім Стаханов, потім опять Кадіївка. Город Горняков, родина Стахановського движення, період якого шахти угольного Донбасса восстановлены, развивались, были восстановлены после войны. Вот. Жил среди шахтеров в этом шахтерском городе. И, конечно, дома никто себе не позволял подумать о том, что их сын станет шахтером. Потому что папа работал на шахте. Вот. И мальчик учился неплохо, кличка в школе была математик, поэтому думали, что может быть где-то по этой стезе, а может быть по какой-то другой он и пойдет. Но Фрэнк Алджернон Коупервуд Драйзера не дал реализовать эту мечту, даже после того, когда мальчик был зачислен в Харьковский университет на прикладную математику. Вот, лысый в очках, не позволили пойти по этому направлению, потому что все математики, которых я в тот период в 10 классе встретил, они почему-то имели такой вид, и не совпадало это с недавно прочитанной трилогией. И был отправлен в Москву мясомолочный институт. Ну, встречен друзьями, земляками в Москве, которые учились в Горном. Таким образом оказался в Горном. Поступил туда, благополучно закончил. Мама очень сильно переживала по этому поводу. Но при том, что оставляли в Москве в аспирантуре, подумал, что нужно научиться чему-то реальному и ближе к самой профессии, к делу. Поехал назад, пошел на шахту горным мастером, а потом как-то так получилось, что уволили руководителя отдела нормирования на шахтном блоке. Нужен был срочный нормировщик. У меня были другие планы. Горный мастер, там помощник, зам начальника участка, начальник участка. Но это все ушло в сторону. Директор шахты Иван Андреевич Чемахов, спасибо ему большое, сказал: ладно, ты с этой
должности участкового горного нормировщика быстрее ознакомишься с шахтерским трудом. Это очень ответственно. Тут заработная плата. Здесь нужно взаимопонимание, четкое осознание труда, результатов. Давай вперед сюда. Ну и, по сути дела, с этого началась экономическая карьера. Потом начальник отдела, потом замдиректора шахты. Директором шахты я не был. Замдиректора шахты, потом в объединение, начальник планового экономического управления, директор по экономике, потом заместитель министра в 1994 году в угольной промышленности. Ви знаєте, як займаючи такі посади, як ви займали, да, голова Нафтогазу, заступники міністра, все є шляхи такі. Чи багато грошей люди дають за ці посади, чи зв'язки багаті, чи розум є і совість? Ви займаючи ці посади, я знаю, що раніше кадри були такі, справжні такі, знаєте, як сталь. І відбиралося, як ми з вами і говорили, за лаштунками студії, відбиралося з дворів, шукали таких людей. Ніхто там нічого не давав, не казав, не дзвонив нікому, не платив. Я знаю це. У вас як це вийшло так все? Теж так же само, так? Да? Система працювала. Да. Система по підготовці, по відбору. Она была очень-очень серьезная. Учителя были, спасибо им. Большинство уже ушло из этой жизни. Очень хорошие. Я не знаю, жизнь для меня вот в этом плане складывалась благоприятно. И я благодарен судьбе, что ни разу мне не пришлось прыгать через какие-то ступени, краснеть за свое незнание предмета туда, куда ставили. Ответственности, наверное, прежде всего научил папа и лавочка. На лавочке в шахтерском городе нельзя было быть двуличным, нельзя было не слышать своих сверстников. Собиралась на этой лавочке группа ребят разного возраста, от 2 по 10. Все росли вместе и набирались опыта вместе. Вот мне, слава Богу, так вот и пришлось пройти вот этот путь. И я думаю, что они, наверное, были самыми главными в формировании. А дальше было уже просто оставайся самим собой. Я бы добавил, да, по сходинкам и совесть треба мати, да? Конечно. Це головне, як тебе виховання, сімейні цінності, це основа життя кожної нормальної людини, справжньої. А що ви цінуєте в людях? Цінували, цінуєте і завжди будете цінувати? Надежность, совесть, ответственность, разум. Ви ні про що не жалкуєте? От як було, як зараз є, ми ж всі бачимо. Ні, я благодарен судьбі за все то, что происходило со мной, происходит сегодня. Я ни разу не сказал себе о том, что это плохо, вот, что я так живу или так поступаю, или еще что-то. Не хочу сказать, что все поступки были идеальные, и впоследствии, когда там осмысливал то или иное, везде был очень доволен. Нет, меня научили делать уроки. Сегодня я смотрю на своих детей. Ну, это, наверное, так везде, во всех семьях. Дети
не учатся на ошибках чужих, на ошибках своих родителей, не всегда следуют их советам, а должны делать свои. Чтобы формироваться. Да, поэтому... Я вам скажу, вчитися на помилках може тільки чи батьки, чи життя. Хто як на это? Нет, глядя сегодня с высоты своих лет, я могу сказать, что это величайшая мудрость учиться на ошибках чужих, не допуская своих. Это величайшее. И мало кто, наверное, осваивал эту степень мудрости. Скажите, а есть у вас такие семейные какие-то традиции, когда вы собираетесь всей семьей, приезжают родные, такие вот незвичайные? Чи вы собираетесь там? Нет, раз в рік? Знаете, незвичайные, нет, обычные. Я думаю, что это лучше. В пятницу, субботу, воскресенье, на пятницу, субботу, воскресенье все приезжают дети, внуки за город. Вот. Все вместе, и вот эта вот жизнь бурлит. Она бурлит и во время каникул, и во время вот сегодняшних событий, связанных с локдаунами. Это очень здорово, на мой взгляд. Здесь сразу собирается много поколений. Вот. И в этом, наверное, прекрасная ситуация, которую я имею еженедельно. Понимаете, это... Я вам заздрю, тому да. Що в суботу, неділю збиратися, і так ви кожну суботу і неділю, це круто, круто. Дай Бог, щоб так було завжди. Да. Я у внуков преподаю по этим дням математику. Родители их очень довольны, потому что не всегда сами в состоянии хорошо, толково объяснить или пообщаться со своими детьми, а у меня как-то, я не знаю, почему это получается. Вот, и внуки довольны, и мне приятно. Поэтому... Как кажут, у деда завжди все выходит краще, чем у кого, чем у батьков. Я это знаю, и оно так и есть, и это прекрасно, это радость великая. Я знаю. Завжди вдома есть какая-то тварина, да? Ті такі тваринки, які теж нас якось, знаєте, на щось надихають, ми від них теж получаємо задоволення. Ви, я знаю, що любите коні, да? Якщо говорити о домі, у мене 3 собаки, 4 кошки. Це ті, які в домі. Вот. А що стосується лошадей, це, мабуть, близьке для сім'ї. Да, у меня дедушка во время войны занимался вопросом, он был в конной дивизии. Вот. У вас такие родовые, я бы сказал, да, линия. Из казацкого рода сам. Вот, поэтому лошади и для меня, и... Сын у меня этим занимается, и внуки занимаются. Поэтому это, понимаете, это вообще отдельная часть нашей жизни. Багатьох уже людей зламали ці карантини, і хто більш сильніший, він якось тримається ще. Я знаю, що ви мудра людина, і як би там не відбувалося, що от те, що зараз відбувається, воно нормально чи ненормально? Чи ми можемо, я знаю, що можемо помовчати, тому що будемо впевнені в тому, що воно завтра буде краще, якщо так щось так виходить незвичайно чи не так, як треба. Як ви скажете, це нормально чи ні? Взагалі так от якось нав'язувати свою думку тими, хто не знає, як жити і куди йти. Как вы переживаете? На мой взгляд, сегодня все человечество испытывает очень тяжелые времена.
та проблема, в которую мы попали, я не знаю, наверное, в будущем будет осмысленно, будут сделаны какие-то выводы, но путь не совсем хорош. Практически все мы вверглись в положение статистов. Мы стали хронометрировать каждый случай заболевания, каждый случай летальный, каждый случай выздоровления, сейчас каждый случай прививки. Разные потоки информации при этом идут. Понимаете, и не всем есть возможность справляться с этой громаднейшей, на мой взгляд, психологической нагрузкой. Но сейчас отдельные люди высказываются об этом, пытаются найти какой-то выход, как переключить общество, как правильно настроить для того, чтобы и не продолжать тонуть в этих бесконечных думах и мыслях о беде, а строить свои планы на будущее, нормальные планы на будущее, иметь возможность обеспечивать себя, своих близких, свое развитие, а не останавливать жизненные процессы. Я считаю, что вот это вот очень важно. И в нашем обществе, здесь, в нашем государстве, конечно же, мы видим сегодня очень много проблем в этом направлении. И в самой системе здравоохранения, и в общей политике, в руководстве страной в эти сложные периоды. Мы шарахаемся со стороны в сторону, не определив для себя главные задачи, не сконцентрировав на этих задачах ресурс, не поставив туда нормальных людей, которые в состоянии бы были реализовывать планы, те, которые мы ставим перед собой. Якби так життя знову прожити, ви так би само прожили? Чи щось багато чого, чи щось поміняли? Ну, много нет. Ну, змінили. Ні, може бути, на тих чи інших етапах менше допускав каких-то ошибок. Ну, понимаете, невозможно вернуться в прошлое с опытом сегодняшним. Доволен, недоволен? Конечно, доволен. Доволен. И еще раз подчеркиваю, за все то, что со мной произошло, сегодня происходит, я судьбе благодарен. Ну і ви завжди залишаєтесь ким були, і ким є, і ким будете. Я в цьому впевнений. Я завжди здивувався, як би не було в вашому житті кар'єрний такий список, послужний, як кажуть. Да? І дуже цікаво, ви зараз президент Федерації мотоциклетного спорту, да? От у вас, ну, такі, знаєте... Это не сейчас, наверное, да, уже 22 года. Ну да. Да, 22, с 99-го года. Це хобі чи любов теж? Все это, понимаете, на уровне хобби, это б оно уже давно умерло. Это уже семья, отдельная команда, и... Ты уже врос в это. Просто так уйти отсюда, конечно, да, просто так отсюда не уйдешь. Те события, которые сегодня происходят не только в государстве, а в частности в спорте, очень сложные. В культуре. Вот. Просто бросить, уйти ни в коем случае. Я рад и благодарен судьбе за то доверие, которое ребята по сегодняшний день мне там оказывают. Но могу сказать, что наша федерация
поставила перед собой задачу пройти вот эти вот сложные времена, и с этой задачей сегодня справляется. Растет очень серьезная, очень перспективная молодежь, как в самом спорте, так и в руководстве федерации. Это бывшие спортсмены, уже по династии, Саша Пощинский, Марина Гарбус, молодые ребята, там Сережа Головня, Максим Ситницкий. Разные люди, но имеют одно и то же увлечение – мотоциклетный спорт. Максим, заведующий кафедры нашего национального Красного университета. Саша Пощинский, по-моему, он заместитель районного совета. Головы администрации. Не головы, нет. Района? Ну, райсовет, райрада, да. И вот он там в райраде, по-моему, заместитель или даже председатель, не помню я точно. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, ребята детвора. Ведь у нас есть чемпионы в самом маленьком классе, которым там 5, 6, 7 лет. Завести детвору сюда, растить спортсмена, в будущем чемпиона, сложное дело. Потому что спорт дорогостоящий. Одна машина стоит минимум 10-12 тысяч евро. А для того, чтобы нормально выступать, нужно как минимум хотя бы две. Вот. Но то, что мы, скажем, вот в 19-20 году открыли школы в Киевской области, открыли школу в Полтаве, открыли школу... Нет, там у нас просто трассы новые, да, в Херсоне, в Тернополе. То есть мы растем. Вот это радует. Мы на сегодняшний день имеем в Буче, благодаря энтузиазму, благодаря неравнодушным ребятам, одну из лучших трасс мотокросса, которая аттестована для чемпионатов мира. И в 2019 году мы уже этап чемпионата мира провели. У нас была записана один из этапов, намечен один из этапов на 2020 год. Ну, ввиду этих событий не состоялся. Вот на этот год в мае мы готовили тоже это мероприятие. Мировая федерация сейчас тормозит в связи с вот этими всеми событиями, связанными с пандемией коронавируса. А с друзьями є час збиратися, чи збираєтесь в баньку, на рыбалку? Ну, знаете... Пандемия то пандемия. Ну, я кажу до пандемии. Друзья, ну, вот... Не зря, да, и в песнях, и в стихах, и везде-везде говорится очень много о дружбе. В свое время, отец был для меня примером в этом плане. И фраза «дружить нужно уметь», она очень верная. По сей день... У меня и школьные друзья. Мы поддерживаем отношения, общаемся, регулярно общаемся. А у меня и студенческие друзья. Ребята, с которыми учились вместе в высшей школе. Друзья, которых приобрел здесь уже в Киеве, друзья, которые... Там были в шахтерском, в моей шахтерской жизни. Знаете,
не должности являются каким-то богатством для человека, а вот именно друзья. Если они у тебя есть, если ты не один, если ты в состоянии это богатство множить и сохранять, то твоя жизнь не безразлична и интересна. Баня на протяжении 20 лет каждое воскресенье, да, одни и те же. Состав не меняется. Очень редко туда может попасть кто-то другой. Но вот только мы, только сами, только друг для друга. С вениками? Конечно. Лубецкого. Конечно. Профессионально, с вениками, друг с другом. И это очень здорово. Очень здорово. Поэтому я считаю, что умение дружить и дружба – это большое богатство человека. Если он этим обладает, значит... Я завжди кажу, друзів не буває поганих чи хороших. Вони, якщо є, вони самі справжні. Для цього є і дружба, і для цього її треба цінувати. Хто вміє, хто хоче, хто може, я так би сказав би. І кому вона вдається взагалі. І це велике щастя, коли воно так все виходить. Тому що для цього не треба там щось придумувати, вигадувати. Воно само по собі йде. Я от запам'ятав слова, в гостях був теж у мене в студії одна людина, і вона сказала, от, щоб у нас краще було, от я б забрав би у всіх от, політологів, експертів, що на кожному телебаченні, в кожному ефірі там нас навчають, як треба жити, як треба куди йти, і що треба робити. А от забрати слово «віра і мова», да, от у політиків, у депутатів, у влади, от забрати ці слова, от їх немає на 5 років, на 10. Да? От про що ми будемо говорити, за що ми будемо боротися і що ми будемо робити? Ви як до цього відноситесь? Чи їм ще щось не вистачає, щоб вони якось було по-інакшому, в кращу сторону? Ну, к сожалению, політологи, експерти, вони стали отдельными профессиями. Когда это становится профессией, то обращают внимание те, кто платит, на то, что будет говориться. Поэтому я не хочу про всех ребят, которые в этой сфере работают, пекутся. Зарубляют? Да, сказать, что все этой метлой, но, будем говорить, ко многому обязывает заказ. Поэтому с помощью этих инструментов, телевизора, интернета, а соответственно и бросание месседжей в коллектив, в публику, да, в людей, в избирателей тех или иных, развитие их для того, чтобы склонить к той или иной силе, часто имеет какую-то целенаправленную идею, работу, мысль. Не всегда направленную на правильные, хорошие изменения в этой стране, в нашей стране. Сегодняшняя ситуация, вот если так посмотреть на нее, к сожалению, страдает прежде всего от безответственности. Те или иные заявления, те или иные действия не влекут за собой ответственность. Нас так не воспитывали, не учили. Я хочу сказать, у вас же такого не было. Да, поэтому очень много нормальных ребят, вот учеников, тех, которых воспитал, да, готовил. Очень сложно им на сегодняшний день пройти
в первый эшелон для того, чтобы выполнять качественно, правильно те или иные функции. Потому что, к сожалению, если нет ответственности, наверх выходит пена. Тот, кто может лучше говорить, тот, кто может больше соврать, он оказывается наверху. И вот это, я думаю, что это беда наша сегодняшнего дня. Но это не только в нашем государстве, к сожалению, сегодня. Да, это наблюдается и в большинстве государств, в большинстве тенденций по миру, происходящих событий сегодня, которые наполнены вот, вот такими безответственными заявлениями. З цим боротися, я так скажу, що не можна. Я знаю одне, забирай там мову, віру, інші такі слова, там, чи комусь щось там заважає. Я говорив о том, що там по суботам, воскресеньям з внуками математики. Знаєте, вони сьогодні легко розмовляють і спілкуються українською мовою. Тому що це почалось з дитинства. І коли я з ними займаюсь, я часто від них отримую замечання. Дідусь, будь ласка, це завдання українською. Російською не розуміюсь. У нас это не вызывает каких-то антагонизмов. Это нормальная вещь. И детворе в будущем будет легко и просто жить вот в этой среде. Но, понимаете, оценивать человека по тому, в чем он вырос, и говорить о том, что он плох или хорош, я считаю, это было бы неверно. Эффективен, неэффективен с точки зрения управленца государственного, с точки зрения лидера, руководителя. Вот это, наверное, нам сегодня более нужно. Культура, без сомнения. Но, смотрите, о какой культуре можно говорить? Вот у меня друг, руководитель театра «Оперетты» нашего киевского, Богдан Струтинский. Жизнь положил на то, чтобы сделать из этого театра сегодня действительно храм культуры. Прекрасные труппы сегодня работают в этом театре. Прекрасные деятели искусства, музыканты, певцы, хореографические группы. Замечательные, да, но то состояние, в котором находился этот театр, беда. Человек сегодня его заканчивает. Он тыкается, мыкается по всем институциям и не может найти поддержки для того, чтобы уже ввести в строй, практически сделано. Я считаю, что это очень плохо. Мне когда-то в жизни довелось вот одной из больших поучаствовать в одном из больших дел. Губернатором в Одессу был назначен мой друг, товарищ Иван Плачек. И я не помню, это было, по-моему, в 2006 году. Вот. И мы с ним встретились после этого назначения, разговорились. И ну, пришли к тому, что это ненадолго. Скоро уйдешь. Но, Вань, ты должен запомниться одесситом. Чем-то таким большим, хорошим. Давай сядем, подумаем, что можно сделать в это короткое время, хорошее, нужное для одесситов, для страны. И мы сошлись на театре оперы и балета «Одесса». Разговор о ремонте которого
реконструкции которого шел многие годы. Ага, начался еще, в советское время, и с места не сдвигался. Какие-то копейки выделялись, разворовывались. И, Как завжди искрить. Да. Кто-то строил жизнь на вот этих вот выделениях денежных средств. И мы с Иваном договорились о том, что мы закончим этот процесс и сумеем подарить одесситам этот храм культуры. И Ваня с этой задачей справился. Я считаю, что вот в его жизни вот этот шаг, поступок, я помог тогда на тех или иных уровнях доказать о том, что это эффективное использование средств. А что бы вы якось змінили в своем житті? Не знаю. Все влаштовує, да? Все добре. Коні воспитуються, і молоді, і є ті, які сьогодні в повному соку. Поэтому здесь все идет своим чередом. Внуки растут, тоже идет своим чередом. Дети живут. Всегда мне хотелось, чтобы они были самостоятельными, чтобы могли жить без меня. И я думаю, что я сумел научить их этому. Вот, поэтому... Что-то сделал, не сделал, когда это было нужно, когда это было востребовано. Я занимался своим делом так, как меня учили родители, учителя. Сегодня я считаю, что, понимаете, очень многие сегодня вовлечены в процесс сетование на что-то, на кого-то, это неправильно. Нужно делать свое дело. Вот в любой ситуации, как бы там что-то нехорошего не происходило, голова есть, руки есть, засучили, пошли вперед. Примером для меня мои родители. В прошлом году 4 тонны картошки, 100 голов птицы, там, огородище такое, что просто капец. Вот это счастье. Зачем, папа, зачем, мама? Мы так всем кажем. Нужно этого, да. Нет, они считают, что это очень-очень нужно. И вот раньше, 12 раз уволенный указом президента, когда в очередной раз там куда-то уходил, приезжали мама и папа, смотрели такими глазами расширенными, да, а потом потихонечку подходили и говорили: ну тебе сейчас будет трудно, вот тут у нас есть наши сбережения, Вадик, пожалуйста, возьми. Наверное, для этого они сегодня просыпаются рано, занимаются всем вот этим вот большущим хозяйством, желая быть самостоятельными, желая не зависеть ни от кого, ни от чего, умея сегодня делать свое дело лучше, чем кто-либо ни было. Вот так, наверное, должен поступать каждый человек на своем месте. Были у вас такие в житті, як зрада, такі позиції? Були такі у вас випадки? Конечно. Були? Конечно. Я думаю, это у каждого человека. Це нормально. В обязательном порядке было. Знаете, еще раз говорю, жизнь учит. Обман, предательство – это прежде всего наша ошибка. Мы возлагаем на кого-то... Доверяем? С одной стороны, доверяем, с другой стороны, возлагаем на кого-то какие-то свои мечты, надежды на то, что вот они
пойдут таким путем, сделают вот так и обязательно должны поступать вот таким вот образом. А в жизни не всегда это бывает. И когда происходит это по-другому, вот у многих ай-яй-яй, а почему? Я считаю, что в этой ситуации виноваты двое. Первый, который доверил, а второй, который не оправдал это доверие. Но прежде всего тот, который доверил. Ну, не делай так. Хорошо, получил опыт. В следующий раз не допускай такой ошибки. Наверное, это очень важно и очень правильно. Я вам скажу, що є така позиція, хто так себе веде чи підводить. Це люди, які, кому ми даємо, наприклад, да? Це люди, які на халяву все це отримали. То вони так себе і ведуть. А люди, які ну, є в них, і виховали так батьки їх, і цінності в них такі нормальні, як у всіх людей. А хто отримав так, знаєте, на блюдечки золотої кайомочки, як кажуть, от вони так себе і ведуть, і по життю. Ну, це теж нормально, да. Ну, хоча ми в цьому винні, я вам скажу. Ну, як завжди, знаєте, коли ми збираємося з друзями, ми завжди беремо гітару, співаємо про щось, знаєте, мріємо. От, це добре. Я хочу теж заспівати пісню Володимира Висоцького. Таку шуточну 07. Для мене ця ніч вне закону. По ночам я пишу больше дел. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать, дома? 72-я, жду дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вы уже ответили, но здравствуй, это я. Эта ночь для меня не закрыта. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талонам предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, жду дыхания затая. Повторите, я уверен снова. А вот уже доверили, здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократив. Девушка милая, я прошу, помните, вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди поймите, а вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что релетом с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, и я согласен начинать каждый вечер с нуля. Пульсел, здравствуйте, снова я, что вам? Нет, уже не нужен, нужен город по годам. Я даю вам слово, что звонить уже не буду. Просто друг у меня есть там, чувство там. Да, багато є про що і згадати. Це теж цікаво, і воно так повинно бути. Ми завжди якось, знаєте, жалкуємо, от колись було так краще, да? а от зараз не так. Якось я, може, так думаю, що ми не цінуємо, що у нас є зараз. Да? Якось не цінуємо, і нам дуже хочеться щось іншого, може, не такого, як є. І це теж... Неправильно. Треба цінувати, підтримувати. Я завжди на концертах своїх кажу один одного цінувати, знаєте, радіти кожної нашої зустрічі, підтримувати. І в цьому теж смисл життя, і воно так повинно бути. Щось ми якось не те робимо. І самі теж не праві, і хтось ще допомагає нам. Багато хто, як ви кажете, за гроші, хтось це все робить. Якось воно не так. Чи воно так повинно бути?
щоб ніхто не розслаблявся, як кажуть. Ну, я говорив про родителей, да. Один мой друг все восхищался. Говорит, у тебя папа и мама, их высади в бесплодную пустыню. Через год приедешь, там будет обязательно оазис. То есть они наведут порядок и сделают все хорошее, нужное для жизни, благоприятное для жизни. Я думаю, что мы сами можем делать для этого очень много. Нужно прежде всего начинать с себя. Нужно прежде всего не выбрасывать мусор в лесу. У меня дочь каждый год собирает внуков всех возрастов и ведет в лес с мешочками черными убирать мусор. Вы знаете, эти дети уже после себя, это делается каждый год, это традиция. Вот вы говорили о семейных традициях, вот это традиция. Они после себя никогда не оставят вот этот мусор там. Это добро, это добро. Понимаете, говорить о том, что жизнь кислая. Когда-то папа очень сильно болел. И надо было его срочно везти на лечение в Германию. Была онкология. Вот. Слава Богу, быстро мы сориентировались, и все получилось у нас. И пока он был в больнице, я там бродил по этому немецкому городку, зашел на рынок, а там пол рынка цветы продают. Не срезанные, а вот эти вот в горшочках. Я думаю, боже мой, пол рынка. А потом, ну, спрашивал, сколько это стоит. Потом, вы знаете, смотришь по сторонам, возле дома или на доме, там, под окнами, на балкончиках. Красота. Вот эти цветы, вот эта красота. Ради чего живет человек? Часто задаем себе такой вопрос. Ради положительной эмоции. Ну, можно называть это радостью, улыбкой, мазохизм, счастьем, там, чем угодно, да? Ради положительной эмоции. Для себя или для кого-то другого. Делая для кого-то другого, тоже часто человек испытывает положительную эмоцию. Ну, я имею в виду, делая для кого-то что-то приятное. Неплохое, а приятное. Так вот, одно из самых таких простых жизненных результатов, которые даются, вернее, вытекают в приятное, да, это цветы. Цветы растущие. Мало труда нужно для того, чтобы посадить это растение. Чуть больше для того, чтобы его вырастить и выходить. Но вот те положительные эмоции, которые ты получаешь, глядя на прекрасное вокруг тебя, тобой созданное, или кем-то созданное, но прекрасное, на вот эти вот цветы, человек получает положительные эмоции. И вот тогда мне пришло в голову мысль о том, что цветы – это очень полезная вещь, они бесполезны. Они самое дешевое вкладывание денег в положительные эмоции. Що ви хочете побажати людям, хорошим, добрим людям, які нас дивляться, які поряд з нами, яких ми бачимо? Що побажати так коротко? Прежде всего, крепкого здоров'я. Прежде всего, благополучия. Уверенности в завтрашнем дне. Гордости за себя и за свою страну. Я думаю, что
И нам это очень-очень важно. Стабильность. Понимание того, что происходит вокруг. Дякую. Дякую, це дуже добре і по-справжньому, від душі, я знаю. Ну, підсумуючи нашу розмову, я задоволений. Дякую щиро і вам, пане Вадиме, дякую, хто нас дивиться. Спасибо, Альберт. Пишіть нам, і ви знаєте, завжди приємно, коли біля тебе знаходяться такі люди, такі друзі. Це велика честь і повага. І ми, знаєте, завжди я запрошую людей, які мають совість, честь, порядність, а слова, які тут звучать, як кажуть, вони мають свою правду і силу. Це дуже дорогого, як кажуть, стоїть. Спасибо. І дай Бог і вам здоров'я, і вам, хто нас дивиться, все буде добре. І до нових зустрічей в програмі «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. До побачення.